для бесперебойного электроснабжения делается все, но если вдруг произойдет нештатная ситуация, экстренные службы региона к ним готовы. В Махачкале устранили условную аварию на подстанции. Республика Дагестан принимает участие в северокавказских командно-штабных учениях по отработке вопросов ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на объектах электроэнергетики и жилищно-коммунального хозяйства. По сценарию, из-за дождя и сильного ветра произошли обрывы проводов и линий электропередачи. В результате в микрорайоне Восточная Пальмира без ресурса остались тысячи человек. Отрабатывались профессиональные и слаженные действия всех участников учения по введению режима ЧС и проведению аварийно-восстановительных работ. Кроме того, важно было эвакуировать пострадавших в пункты временного размещения, обеспечить граждан продовольствием и медикаментами.